с Ириной как раз-таки занимаемся проблемой этих абьюзеров, именно защиты прав жертв абьюзеров. Я совершенно недавно сам столкнулся с этим. Также занимаюсь юридической деятельностью и никогда не думал, что я сам не смогу себя защитить от преследований особ женского пола. И когда начал поднимать эту тему, оказалось, что я совершенно не один такой, и эта проблема шире, чем кажется, и женщины не защищены еще в большей степени, чем мужчины. В некоторых странах есть такой способ реагирования на людей, которые преследуют, как охранный ордер. Это когда государство через судебную систему запрещает одному лицу приближаться к другому на определенное расстояние. Это делается не только между людьми, которые друг друга там преследуют, или когда один человек друг друга преследует, но и после разводов также. Зачастую бывшие супруги сильно не ладят с друг другом. И в нашей стране этот институт абсолютно не развит, и люди не защищены. Они, им приходится вынуждены терпеть нападки и различные неприятные вещи от тех людей, которые им неприятны, которым доставляют неприятные ощущения, а также рушат их социальный капитал, будучи встречаясь или сейчас век информационного общества, написывая в различных мессенджерах, социальных сетях различные вещи, непотребные тем людям, которым эти сообщения не должны были быть доставлены. Поэтому мы попытаемся в рамках, неся ценности именно Международной ассоциации «За мир», на парламентарском уровне в Российской Федерации узаконить, и в дальнейшем, если будет такая необходимость и представится такая возможность, будем развивать и защищать интересы жертв также по всему миру. Меня зовут Штанько Александр. Я являюсь юристом, просветителем, правозащитником. Сегодня я получил свой такой значимый титул посла мира. Буду стараться нести это ответственное звание посла доброй воли и распространять всю свою деятельность как можно шире, уберегать наших людей, сограждан от плохих намерений недобросовестных людей, а также устранять пробелы законодательства не только нашего государства, но а также стараться ездить в командировки и обращать внимание на пробелы законодательства иных стран.